Я Еще перезайду. два. Луч не разорвется, если вы ближе к боссу подойдете. Никак. Про это ребят хотят сказать. Дальше А от мы... босса просто отошел, словил луч, все, пиздец. Мы пробовали сводить этих двух адов вместе. Для чего? Чтобы заливать их быстрее. Они пока будут вести, милишники за ними будут бежать, это потеря ДПС. Ну, Единственное, что танки все равно же их приводят. Вообще, я плюсую, жреца надо нахуй. Подводить, жреца надо подводить к лучу, потому что от луча у ребят повышенный дамаг, они быстрее ада зальют. Вообще, я плюсую за честно, эту хуйню. Надо их... Честно говоря, повышенного дамага вообще не видно. Позиционка рейда, все стоят в боссе. Дальше. Колоприст. Подводит, ставит, блять, на малый круг, в одну любую из точек, вообще без разницы. То есть, вот печенька, грубо говоря, подводится сюда приста, или, блять, в луну, блять, или, допустим, квадрат, блять, без разницы, куда вы подводите, так, чтобы рейд мог в одну сторону, блять, отворачивать. Все просто, да? Поняли? Вот, сливается приста, блядь. Дальше, провидец стоит в это время в стороне. Как только, блядь, слили приста, все свечаются в провидца и ставят провидца под босса. Объясню для чего, чтобы клиф по боссу проходил, а совы тайфуном просто будут ему сбивать каст. Ничего существенного для босса он не делает. И, блядь, вообще для рейда тоже. Если вы собьете каст, рейд не будет получать 0, ровно 0 урона. Все, даю проверку. Все стоят вместе, и Mass Dispel будет доставать по всем. Единственное, что те люди, которые сбивают косты, стоят на рендже. А рыба была или что, блядь, это нити с нее хуй знает, не видно рыбу. Да, была рыба. Так а что вы на нее последний кусок? Так, все стоят только в одной точке, тогда Mass Dispel будет проходить по всем. То есть вы тоже, те, кто стоит на рендже на сбитие костов, вы тоже стоите, блядь. Сначала каст сбили, как, блядь, приз прибежал, блядь, в этот, в миле, ну, грубо говоря, к боссу, да, где там уже косты можно сбивать, вы тоже сбегаетесь в кучу и стоите все в кучу. Объясню почему, потому что вас диспелить будет легче, и вы будете получать намного, намного меньше урона, и хилам будет намного проще хилить. Даю проверку. Так, мои эти два окна, правильно? Ну, я слева ловлю мобов от входа. Ты справа, вот сзади. Все просто. Все, окей. Просто в прошлый раз вторые мобы вышли, и вот прибежал ко мне и забрал мне моба. Я что-то не понял, почему. Запоминаемся, меняемся. Сначала жрец твой, провидец мой. Выходят вторые два жрец провидец. Твой провидец. Зачем? Твой жрец. Сказал, ну, что сейчас скидываем стаки. Там нет стаков. 5 секунд стак проходит. Если что, секунд. У нас 3 танка, если что, я заберу. Что-то палишь. Ладно, не похуй. Тут 3 сейчас танка. Все, погнали. Сейчас ДПСим босса, все становимся под босса и ДПСим босса. Привели приста, свичнулись приста. Мильком всего лишь там пару метров побежать. Только те, кто сбивает косты, стоят на рендже. Это утик, да? Блядь. Он успел? Забрал. Все, не мешайте, не блудите. Ковато нос. Портал. Собирай. Вы сложники. С вашей стороны где-то. Косты сбиваем. Блять, ну чё, серьезно, Войд? Ты уже должен на рендже стоять. Лутин, забери на себя. Жица, Мосу шторы подними. Все бьем. Провиться не надо в босса. В сторону. Все стоим в боссе, бьем приста и отворачиваемся.
Все, тут и пускай стоит. Танки сразу спиной к кресту стали. И хилы тайфун тоже. В ромбе. Поактивнее, поактивнее креста сливайте. Долго очень сливается. Забирай. Добивайте, добивайте креста. Селение сбить. Все, добили креста. Веди провидца в кучу. Тайфун готовьте, если что, сбивайте. Сбивайте. Все, веди сюда к нам его. Он медленно ходит. А я его забрал. Забирай. Ты поправиться этому лучшему. Два луча, тема. Внимательно. Лучи там перекрывает. Че хил ловит луч? Диспелем. Правиться, правиться активнее. Танки готовим сейчас. Сколько там до вызова мобов? Или быстрее по провидцу, добивайте провидцу. Драгон, не надо было. Танки на позиционку перейдите, чтобы ловить, если что, мобов. Все, нормально, прохилили. Танки на позиционке, ловим мобов. Да, отлично. Это что, ребут? Провидца забрал. Забирайте жизнь. Стаки, 15 стаков. Больше 20 нельзя, будет дополнительный ад. Каст, правица каст, в стороне каст. Пойдет. Меня слышно? Правица в стороне, жреца хуярит. Все жреца хуячим, прохил. Дай массакру. Лучи забирайте. Че луч босса идет? Масс диспел. Сбить бурю мне по правицу, совы. Бурю правица. Ой, в ромби. Долго пиздец. Ну, блядь, сдохли уже, блядь, три человека. Я тебе скажу, от чего сдохли. Чародейская буря. Там повышенный урон идет. Я сейчас скажу, почему. Чё пока тут, блядь? Прохиливайте, прохиливайте. Христа добивайте. Быстрее. Массакру дают, диспел. В ромбе кто-то. Или мне каз. Тайфун, блядь. Да, кто там стаков поймал? Нет, тайфуна есть? Нет, походу, стаков поймал. Да стаки, 20 больше стаков наворали. Понятно, блядь, вам сказали, от порталов нельзя набирать, блядь, больше 20 стаков. Да потому что люди не стоят, вообще не хотят. Там никто не стоит, а все боятся, нахуй. Никто их не ловит, эти лучи. Ловит их могут друг. Ловить даже милишники. Вот эти лучи вам урон поднимают. Неужели сложно подойти, взять луч, чтобы, блядь, у вас ДПС был, блядь, на 10% выше? Мобы стоят очень сильно коряво, и милишники, если они бьют мобов, они не могут ловить да. Эти лучи. Я стою, могу, бью косты присту, я всех, блядь, косты ебучих хилок сбиваю, и я не могу ловить лучи. Я ловлю вообще. Луч, но я при этом не могу бить трэш, потому что я к малому кругу подхожу, он перескакивает. Нужно, а чтобы вы уставили. В рейде, где 15 РДД, милику вообще стоять, луч ловить. Стой, бей босса. Рано или поздно надо будет ловить. Или поначалу лучше ловить. Нужно ставить нормально мобов в таком случае. У нас сейчас, блядь, никто лучи не ловит. Ты спрашиваешь, нахуя милик лучи ловит? Рофлишь? Так, нахуя тебе луч ловить и ДПС терять? Пускай ловит РДД. Я поймал 10 стаков и все, и не парюсь остальной весь бой. Мне так проще, не? Анеликс, сколько? Вот посмотрите на ДПС Неликса, нахуй. Жунаин. Суманте Жунаин. По поводу метки я хочу сказать. Ребята, вот на ханте было. Ты мог сам вынести и не подставить рейд. Вы понимаете, что эту метку делят минимум 3 человека, а если вы стоите в толпе, эту метку делят все. На нас, кто делит, вешается дополнительный дебаф, который называется, сейчас скажу точно. Короче, он висит минуту и в 4000 каждые секунды бьет.
Так, обратный знак называется. Вы защитили союзника, и по нам, вот кто разделял урон, дополнительно еще 4000 урона в каждые 2 секунды висит минута. То есть вам выгодно выходить, если вы можете себя засейвить. Если же нет, тогда назначьте людей, которые будут по 3 человека бегать, потому что в рейде ловят этот урон, и мы все под этим стаком. Я не знаю, как это просто захилить. Вот вообще. Да, кстати, охуенная идея, она говорит, Полина. Нужно конкретно назначить именно 2 людей, которые будут подбегать к метке, а не кто-то там. Но если на них дебафы, нужны будут другие люди. Да, а что, с дебафом прикол, не в том, прикол в том, что с дебафом тебя потом не засчитает, как ты типа помогаешь. Да. А, хуйня ебаная. То надо есть, именно менять эти... Весь эту хуйню. Ну подожди, подожди. А периодичность какая? Дебаф минуты, периодичность что, блядь? Полминуты, что ли? Гнева этой метки. Мне кажется, надо какое-то время, чтобы пады луч закрывали. Просто нужен парашют. Мы так, типа, так не все не смогли. Без парашюта был он на ханте, он просто стоял сейчас в толпе, он, в принципе, мог выйти и прыжком отпрыгнуть, когда он уже падает. Но он этого не сделал, допустим. Потом еще один был уже, рестер-друид. Ему понятно, почему его засейвили. Я веду тому, что... Все, тихо. Идите, пожалуйста. Сейчас я скрин скину. Читай. Бафу дайте. Можно буквально на минутку отойду? Уже куда? Подождите, я еще не добежал. Че ты сказал? Ты говоришь, блин, выносили. Так я же говорю. Я же сказал, меня выкинуло. Сейчас вот зашел, меня пустило обратно. Шкафа больше нету. Полин, ты говоришь выносить метку. Я вчера выносил метку, я взлетел, и над потолком я умер, потому что надо либо щит кидать, ход и так далее. Урон такой проходит жесткий. Я бы нормально на парашюте приземлился или отрывом бы. А стаков каких ты набрал, сколько, например, там 10 стаков? Нет. Плюс еще там вешается этот... В итоге Викрет получает урон из-за вас. Не ебите мозг. Бафы, адмирал, япончик, Женуэн, Розелина. Леша, давай попробуем обоих мобов в одну точку поставить. Сейчас дебаф, я ищу. Под луч. Смотрите, баф. Делайте, что он говорит. Просто делайте. И делайте это нормально. Если надо сбить каз, значит надо нажать тайфун. Все совы смотрят за провидцем, блядь, и нажимают тайфун, чтобы сбить ебучку. В чем дело, что пока все... То, что я вижу, я пока что вижу, блядь, единственную проблему, это то, что, блядь, вихрь этот ебучий, из-за того, что вы не даете тайфун, ложит рейд. Больше, блядь, проблемы никакой нет. Лех, мы на первый тайфун даемся разом. А на второй уже пятый. Как это, блядь? Как это не говорил, кто первый, кто второй, кто третий. Никто же не решал. Сколько слов? Определитесь. Сами ты что, не можете? Хоть напиши в ПМ. Еще раз проверь. Глупые слова. Короче, я первый тайфун даю. Адмирал. Все готовы, поехали. Подарок. Выбирай. Ну,
забирай. Собирай. Чё, под босса? Череп бейте. Чё вы долбите босса? Замереть лучше. Он без щита может сбивать каст. Когда мобы? Вышли. Вышли. Травиться забрал. Забирай. Спел, блядь, рейда, ебучий случай, блядь. Женуэн, и поднимешь, блядь. Да? Женуэн, блядь, подними Денчика, блядь. Вернули. И его. Сука. Что законченное будет, блядь? Забирай. Ремпер, подними адмирал. Тайфун. Дай маску. Черепок ты. Просел. Ну, сука, в бурю не так просто же. Диспел проню. Войда. Забирай. Кто у нас не ушел? Забери на себя проезд. Добро. Диспал все хочет стоять. Дим на ману отдайте. Кто сейчас меткой забежал в рейд? Весь рейд на ману. Дебал. Ладно, проси. Ты не проси. Я забежала. А куда мне было забежать? В сторону? Леха, заберешь? Мобы. Моба. Троица забрал. Чит. Диспел. Дело. Заберите луч, у меня 15 так. Блядь, ну все в куче стоят, блядь. Почему нету диспела? Лёха, ты где? Так нужен. Ну уже, блядь, бесполезно. Вернулись. Да хуя людей сдохло. Пока дождешься, сука, БР. Анонсишь, блядь, пока дождешься БР, это... Кстати, это...
Тут либо назначать адмирал будут, либо вот так вот будут в рейд заносить. Потому что бежать некуда, мне себя просейвить нечем. Ну, это вопрос. Кто-то заметил метка вот эта, которая подкидывает? Она что, раз в минуту появляется или раньше? Раньше. Тогда нужно просто... Секунд через 40. Сколько там надо? Человек, который с меткой, есть два еще, да? А мне вот интересно, человек с меткой, который поймал дебаф, он еще может раз засейвить? Нет. Или нет? Не может, да? Я думаю, проще левитацию давать. Либо левитацию, и в этот... Да, если игрок выбегает, левитацию давать и щиток, как сказал Бибик. Это было бы вообще идеально, то рейд бы вообще не получал бы дополнительного урона. Но чего? За этой меткой надо следить. Получи метки, блядь. Инканите метку, пожалуйста. Если вайпает нас, нихуя не метка. Ну там да, просто добавляется урон. Там, видишь, на весь на 20 человек повешалось это говно. Ну и хуй с ним, блядь. 4000, блядь. Когда все стоят в куче, блядь. 4000 по каждому, даже если будет тикать, это хуетень полнейшая. Так ты понимаешь, там фишка в чем? Что кинется следующая метка, и... Этот человек просто взлетит, потому что на них дебаф будет, они его не засейвят. Фишка в том, что надо... Дебаф вешается в РНЖ. Ну, кто рядом стоял. Ну, а сейчас повесилось на 20 человек. Следующий просто взлетел и сдох. Так вы посчитаете за минуту, раз в 3 секунды, 4000. Вы посчитаете, сколько это урона? Дохуя. Вы просто посчитаете, возьмите калькулятор и посчитайте. Да не дохуя, что тут такого-то. 4000, 2 секунды, блядь, спокойно рейд. Да, если сейчас как заносить метку в рейд, когда получает 15 человек этот дебаф, ну вот там посчитай. А 15-то не... Ну вот ты сейчас забежал, 15 человек залетело с этим дебафом. 15 название. Человек по 4000 каждый дебаф. Название дебафа вводит скрин во флудилке, посмотри. Сейчас я скину. Не ебите мозг, этот, я придумал теперь этот. Ну не то, что придумал, проверил. Лучи можно закрывать так, чтобы они пропадали. Лучи можно делать, чтобы не пропадали. Не обратного знака. А метки, которые взлетать заставляют. У меня другой вопрос. Чё у вас Женёк делает на арене? Не знаю. Сегодня не было вообще, он бухой. Он предупредил то, что пришел 30 минут и все. Женёк ещё вчера предупреждал, что его сегодня не будет. Так что этот... там? Короче, если провидца подвести под луч, и луч пойдет в щит, щит, во-первых, снимается, во-вторых, луч пропадает. Ну я типа так и говорил, что надо походу адами закрывать будет. И реально весь рейд не настакает. Короче, если... Босса идет. А босса что, повышает он чего-нибудь, нет? В приста он не идет. Если провидца подводишь под этот ебучий луч, то луч пропадает. Угу. Сразу, да? Пока заливает за рыца. Секунды две и пропал. Да походу надо так и делать. Приста подводишь, снимаешь, луч пропадает и все. Не приста, провидца. Я же вчера в чате писала, что попробуйте провидца, может щит разобьется и луч пропадет. Мне еще кажется, что под босса надо жреца подводить и всю ту хуету уешить, потому что по боссу 0 дамага. Да хуя у него хп, мы 5 минут сейчас били, хп не снесли. Под босса ты пристань подведешь. А, ну а какая проблема, ничего же не будет, просто отвернешься и все. Вообще ничего вопрос, не будет. Вопрос, как танком нажать таунт, если ты отвернешься от приста, когда тебе это надо будет? Отвернуться, повернуться, нажать, признать. Поставить его, блять, за спиной танка. Чтобы клиф просто по нему проходил и все. Почему тут он вокруг бьет вспышкой? Жреца за спиной МТшников двух. Че, сложно что ли? Там каст идет 6,5 секунд, типа можно за это время встать нормальный и готовым к таунту быть, я думаю. Не, просто ставишь его за спину двух танков и все, и хуй забираешь. Босса, и на босса, ты перестань и поставишь. Типа, рыбу ставлю. Да и не обязательно. Нельзя. Не обязательно в босса, просто за спину танков.
Сейчас, короче, смотри. Ну я понял, про что ты имеешь. Ну... Да, так можно. Вот так можно сделать. АОЕшка будет проходить типа босса, и поэтому, типа, рейндж АОЕшки намного больше, чем расстояние от приста до босса будет. Вот этот самый черепок босс, крест квадрат, два танка. Вот за их спиной, вот жрец тебе стоит. Хуй он, когда их что ослепит. И все, и АОЕ тогда... проходит. Так, короче, этот, танки стоят в одном направлении. То есть вы стоите, вот, блядь, как, грубо говоря. Ну, мы так в одном фрейме стоим, в одно место смотрим, если ты проверишь. Вот вы стоите в одно место, тот, на ком будет прист, подводит приста за танков. Хилы тоже уже сразу понимаете тот нюанс, что вы стоите, тоже, блядь, смотрите от, блядь, босса на выход. То есть вы смотрите от босса на выход. Вам не надо в ту сторону вообще смотреть, чтобы каким-то случайным образом словить, блядь, этот ебучий дезориентацию. Вот где выход, грубо говоря, все смотрят в ту сторону. То есть танки, килы, то же самое, все смотрят в ту сторону. Этого приста подводим за танков, и там ауешками и по боссу будем успевать. Дальше следующий нюанс. По поводу закрытия. На ком провидец, пока бьют приста, ходите, закрываете лучи. Провидец сильно не дамажит. Единственное, что совы, смотрите, сбивайте ему каст. Провидец там не дамажит особо, ходите, закрываете лучи. То есть видите луч, подвели туда провидца, закрыли луч, блять. Поставили провидца под луча, да. Когда уже убили приста, тогда провидца подводите ближе к рейду и сливает. Ну, типа, подводите в босса. И сливаете. То есть вот таким образом. И мы тогда дамага выиграем много в босса. На момент, когда нету провидца, закрывают милики и дамаги лучи. Если есть провидец, значит провидцем закрываем. Но опять же, когда луча два, то естественно, сразу эти лучи хуй уберутся. Поэтому, типа, закрывайте в любом случае лучи, но, типа, провидцам будем эти лучи убирать. Больше понял. Если анонс УБР, блядь, значит, мгновенно, блядь, независимость. Что вы там, блядь, и что вы там, блядь, чем вы заняты, вы даете БР. Если вы не дадите БР в этот же момент, блядь, значит, сдохнет еще пару человек. Лех, ты это, отдаешь, как... Сакру на рейд отдаешь? Конечно, отдаю. Ты на выходе мобов отдаешь, да? Нет, я не на выходе мобов. Я короче, отдаю, ты... когда рейд проседает. Нет, Т4 на выходе даю, потому что посмотрел между мобами, там больше двух минут. Там все откатывается. Смотрите, танки, вы должны стоять, вот которые ловят мобов, вы должны стоять вот здесь, где я стою. Вот примерно, блять, возле своих платформ. То есть вы должны стоять уже так, чтобы вы даете таунт, и моб уже на вас. Дайте Джеффса, и ставлю рыбу. Вы должны, блядь, именно стоять так, чтобы, блядь, вы дали таунт, и моб уже был на вас. Ой, блядь, вы мне метку-то скажете или нет, нахуй? Прием, которая вешается. Знак там какой-то пустоты или что там, как? Если я не ошибаюсь, всё. Вот собычки тебя, собычки. Япончик где? А тут такая же, прости. Да. Япончик здесь? Япончик. Где япончик? Мертвый лежит. Меня слышно было? Нет. Нет. Я говорю, я отходил. Ты сейчас вот отошел ненадолго, сейчас вернусь. Тебя только все ждут.
Сейчас попробую. Я выйду, пока сапрот тикает. Уже, блядь, все здесь, блядь, япончика только ждем. Все, он уже тоже здесь. Беги, блядь, дайте ему бафа. Рыбу ешь, даю проверку. Где лапа Крикса? Вот Сэнь, Адмирал, Талдарам. Приста баф. Табаф выйдет сегодня. Еще раз проверка. Наказали. Все, все здесь. Поехали. По готовности, блядь. Все под босса. Забирай. Гена, если в дискорде, то я знаю, как стаи убивают. Алара. Смотрел видос. Чё, Лёх, я был прав? Это всё, потом скажу. Ну зачем ты забрал? Ну вот я забрал, Войт, зачем ты прибегаешь ко мне и забираешь? Войт, с твоей стороны вышел моб, чё не словил? Проявись. Забирай. Троих человек, блядь, положило. Войт, серьезно? Здесь. А, нет, падение упали. Двое тут. Там двое, да, падение упали. Что, разбейте? Орио, половина коста прошла. Совы, нажмите, блядь, кнопочку. Ват упал. Чё с таунтом? Деминишен, наверное, был. Все не так, блядь, ну Войд, стань ты, блядь, на свое место, блядь, и лови моб, если с твоей стороны выйти. Вы Забери. Тоже, блядь, таунтите, ложите. Да. Нету смысла. Ложитесь. Вы лучше заберете. Выйдите кто-нибудь от босса. Ложитесь все, блядь. Че вы творите, блядь? Вам поставили, блядь, в определенную метку, где вам надо ставить моба, блядь. Я не могу понять, а со вам кто-то говорил вот это кольцо света сбивать тайфуном или что? Оно сбивается тайфуном? Да, да, я это говорил еще первый раз, когда оно сбилось. Да. На первом трое. Короче, тогда этот... Бурю можете не сбивать, а то я думал, на эту хуйню в сторону сбивайте кольцо света, ебучее. Вам будет так проще. Типа, а потом, когда уже будем этого бить, будете здесь тайфуном сбивать. Первый Жунен, второй, блядь, Рим Персик, третий, блядь, кто там, Медведойш. По-моему, метка не так называется. Там кольцо опаляющего света или что-то такое. Да, по-другому метка называется. Блядь. Адмирал. No. Давай название метки, опаляющее говно там какое-то. Да, нет. Блядь, ну не потеряетесь, ёбаный в рот, там три коста, кара, блядь, хилка, нахуй, третий это, блядь, флешка это ебучая. А, да нет, не эту хуйню, которая взлетает. Взлетает ему надо. Эту, которая подбрасывает, хочет. Сейчас. Если череп ставится, там сразу видно же, блядь. Он точно так же называется, гнев звездочёта, сейчас. А у нас маг ответственный, да, за левитацию? Так, или кто? Ставлю рыбу, бафа. Нас не было, опять. У вас основная задача не проебать ваших мобов, которые выходят с вашей стороны. Мои слева, Войда сзади, блядь, Луциня справа. Даже если с его стороны выходит два моба, блядь,
он все равно их заберет. То же самое и ты. Одному даешь, блядь, этот таун, второму ЛПшку. И они уже сидят на тебе. Два моба тебя первоначально не ебнут вообще никаким образом. По крайней мере, танк. А если вот проебать так вот моба, как вы проебываете, вы бежите того моба забирать, без разницы, кого ты заберешь. С твоей стороны вышел моб, сразу его забираешь. А там дальше уже, когда, блядь, мобы появились, там уже дальше разберетесь. Главное, чтобы эти мобы были на вас. Без разницы какой. Даже могут два быть сразу на вас. Это можно рассеивать? Нет. Типа, если будут двое, он будет рассеян. Бафы, бафы, прохильцы, блядь, людей и дайте бафы. Так, стоп, а где Джисована? Привет. Мирал, что не хватает. Джикса. Все, теперь да, хватает. Ману восстанови, а то сейчас будешь кричать, маны нету. Хилы, ману на фул. Все, все готовы, поехали. Считаю уже. Все, стали все, блядь, по местам. Поначалу урона нет никакого. Танки, главное вам словить своих хищ. Вот, где ты стоишь? Не вижу тебя, блядь, сзади. Да, бегу через босс. Скоро мобы выйдут, блядь, где ты? Врата бездны, портал открывает. Слева будет. Все, перекрыли, бьем. Выбирай. Прислужники, готовимся. Все, с моей стороны нету, забрали там сразу двух. Блять, опять проебали. Он успел кастануть. Этот, блять, пока тут поднимаю. Все, этот, провиться подальше от босса, вот тут и держи. Пускай тут ты стоит. Иди вон портал дальний закрой там, блядь. Открывай, подвинься. Этого, как сбиваете, совы. Я пока тут женой поднимаю, блядь, Денчик. Да-да. Нет, нет, нет. Если нету брата, тогда шторы. Шторы, шторы поднимай. Бафы по Денчику дайте. Чё каст не сбили? Нет. Не выбегай, ты куда-то побежал, блядь. Дайте мне левитацию. Чё ты творишь, блядь? Главное, стоит в куче, блядь, потом выбегает. Нормально, блядь. Бабу его прожал, чё? Да он крылья же юзает. Я думал сбивает просто то, что каз... не на мне сначала. Каз били. Не исчезает нихуя это говно. Поднять кого-то? Поднимаю мягко. Забирать. Баф помягкий. Исчез. Провиться, провиться, все хуярим. За босса поставь его, босса. Босса заведите, все, блять, бьют, провиться, уешкой босса. Забирай. Через 5 даже можешь забрать. Активнее по провидцу, добивается. Потом танки пошли провидцы по своим позициям. Сразу моментально танк, поближе подойдите. Все, поближе подошли, диспел. Рейд продиспелите, рейд пока босса. Броню диспел. Можно уже забрать, уже 16. Сейчас подвину. Мопчики, мопчики. Играем по приступ, косты сбиваем. Продиспельте рейд. Где каст, что не сбили? Женена, если есть БВР, поднимите Женена. Кольцо. Опять каст не сбили.
Куча соло. Мэн, стас бить тебе обязательно. Стой на месте, не двигайся. Пили. Еще лучше записать. Жреца все бьем. Кто собрал больше 20? Кто забрал 20? Мне кажется, это в боссе луч долго был. Нет, это не в боссе. Да нет, он от босса не идет. Я увидел 19 стаков, но не посмотрел, не успел посмотреть, кто из записи. На боссе нету. Сейчас в данный момент 14. За кого на боссе? Нет, я нажал на человека и видел, увидел у него 19 и 20 стак, и появилось это чмо. Отойди от босса. Ну, у нас двое точно лучи не ловят. Это Розалина и Женуэл, они лучи. Это был не какой-то ловят. Эльф, это единственное, что я успел увидеть. Блять, вы можете стаки, сука, не набирать по 20? Это раз. Второй нюанс. Вы знаете, от чего начинается дохнуть, блять, вообще? Из-за того, что соло, блять, каст не сбивает. Там три, блять, всего лишь каста, три совы. Три совы по очереди дают тайфун, блять, по престу. Даже отворачиваться, блядь, от него не придется. Тоже так думал, пока дезориентацию не поймал на жреце. Совы нет, ты вот. Это же урон, получается, жрецов не будем получать от кольца. Да, и урона не будет вообще. Это прям важная хуйня. 12 тысяч, это очень... Мгновенно, тем более. Причем это не резистент. Всему рейду. Причем. Да. Аги света нет резистента. Есть все еще проблема саной хилки просто. Он выходит, иногда кастует хилку моментально. Прям вот на входе, вот, где он появляется. И как его поймать там? Мне сейчас настакал две кары. У меня был прилично урона. Косты у жреца тоже не бьют. И я бью только хилку. Я вообще не понимаю, как, блядь, у вас проходит урон по, блядь, хилам танки. С вашей стороны появляются мобы. Блядь, там мгновение надо, блядь, чтобы танк под нему дать, чтобы он у вас улетел, этот каст. Ну, реально там, блядь, не знаю, пока он пару секунд бежит, наверное, 3-4 секунды он бежит, он вообще нихуя не дает. Он сразу кастует. Периодически так и происходит. Ну, какая разница? Да, смотри, да. Возле тебя появляется... Идет, блядь, возьми в таргет босс, ну, типа, запоминание босса. Ты видишь, вызов прислушников. То есть пока идет этот каст, ты уже понимаешь, что сейчас появятся мобы. Да, все правильно. Ты даешь таунт, а он все равно докастовал свою кару уже в хилл. Все. Адмирал, блин, гони кару, пожалуйста. Ну я сейчас, короче, успел. На мне просто два стака было кары. Логично. Если ты в каст, если ты уже в каст, ну, стаунтишь, он, блядь, не перестанет кастовать. Успел сейчас до каста, вот стоял возле двух витражей, где мне Лёха говорил стоять, вот успел до каста нажать таунт на провидца, и он уже в меня каст первый начал кастовать. Он прям через секунду кастует. Вышел, секунда и кастует сразу. Ну, блядь, я успеваю это сделать, я не знаю, почему, ну, блядь, вы не успеваете. Видите, вы говорите, что первый каст вы пропускаете, потому что вы не успеваете. А я повторю, что мне было два стака, это два пропущенных по мне было. Вообще, если танки, успевая сбрасывать стаки, себя профитнее и ловить вайду жреца, потому что он и каст может сбить, и грипнуть. Там тоже вроде касты бьются. Все. Насколько я понимаю. Нихуя не никогда не угадаю, с какой стороны выйдет жрец. Да, согласен. Ну почему? У нас медведь постоянно танчит. Во-первых, нихуя никто не починил. Каст ренжа 100 метров. Какая нахуй эта хуйня? Это, во-первых, сломанное все. Ну да, нихуя не починил. Это вообще нихуя не дело, нахуй. Стоять в три танка и бланить там. Сможете так, будет легче. Ну, блядь, сейчас как бы, ну, хули стоять возле двух окон каждому танку, нахуй.
Ну, ничего страшного, плюс один танк, как бы это не сильно критично. Ну давайте побьем хоть до 50. Свич мозг. Это слабенький очень. Смотрите, с бота ушли двое. Не шейкер. А что у вас три тайфуна? Что, ну называй по никам, хуй знает там нахуй. Ремпердзик второй там, блядь. И медведоиш, блядь, третий. Все. Так это ты сейчас сказал, а в течение боя они ебанут, блядь, в одного и пиздец. Или пускай сами друг другу как-то говорят. Или кто-то один им оно. Вот, выходит жрец, основное, что надо, блядь, сделать, это, блядь, ему сбить косты тайфуном и, блядь, по-бырому слить. Дальше легче. Я так, сука, не могу в воду увидеть знак ебучий астроманта, звездочёт. Это как, блядь, жрец, это как красная задница обезьяны для быка, блядь. Вот то же самое. Его надо, блядь, быстро слить и все. С этой стороны подойдите, дайте мне срез. Все, вижу. По-моему, там, кстати, один тайфун откатывается спокойно. Сколько там? 20 секунд, когда? Нет. Вай. Один. Коронавирус. Видели, уже Италию, блядь, закрыли, нахуй, от коронавируса. Пиздец. Его понятно, Лёха. Китай говорит. Это не я. Это Гринберг. Вот микрофон. Лёха такой, это не я. Еще один. Вроде был челик. Еще один. Мирал, где ты? Здесь, подожди, я смотрю. Ну я... Да, стоп, чем ты здесь хоть принят, блядь? Я вообще... Мне подсказали такую штуку, я все логи записываю. Заебись, что ты логи записываешь, блядь. Рез прими. Жду. 20 человека буду тебя ждать. Да, но по абсорбу видно то, что Адмирал там логи записывает. Я вот этим вот занимаюсь. Да нахуй нужен? Тут смотреть надо, блять. Одного моба, второго взял в таргет фокус, блять. Чё тут смотреть, нахуй? Какой ДБМ? Бафа. Тут не надо ДБМа вообще никакого, нахуй, вообще. Зачем тут ДБМ, блять, если тут, блять, явно и так все видно, блять. Для дамагеров тут вообще просто, типа. Бьёшь босса, выходят, блять, мобы, бьёшь приста. Сливаешь приста, бьешь, блять, этого провидца, потом играешь по боссу. Все, что. Больше 20 стаков нельзя набирать. Единственное, что будет удобно в ДБМе сделать, Адмирал, стрелочку для хилов, Адмирал, типа, где жрец появляется, чтобы они видели сразу парочку. Кстати, это... да. Драгонс на хотов. Колдоран. Локи. Все, тут. Еще раз дай проверку. Вай. Все готовы, поехали, блять, вылазывайтесь на полную, блять, Адмирал. Хилить, блять, ДЦшить, все полностью делаю. Я один, блять, диспелю, ты посмотри еще раз по диспелам. Что на Эликс и пончиком делать? Пончик, что ты делаешь, если ты не диспелишь? Если каждый будет делать, блять, по максимуму, все будет заебись. А не так, что, блядь, один делает, блядь, все остальные хуйню страдают. У него каст 0,3 секунды, он диспелит быстрее меня вообще. Да, блядь, без разницы. Видишь, что на ком-то диспела нету. Да это точечно диспел. Чела, луч, сними. Вы выбирай. Умрете. Не всегда он вешается, его надо высматривать. Мабы. Провидец у меня. Представь, идите. И все. И сливайте приста. Провидца пока побегаю с провидцем подальше. Звезду дал на приста. Отвернулись. Будет сбивать вообще. Хуй надо отвернуться, да? Каст. Встаньте, там у меня это буря кастуется. Надо вернулись. Сбить. Зачем? Сворачивают и пистол и сбивают. Нихуя не сбивают.
луч хила, пожалуйста. 7 стаков. Выбирай. Вернулись. Я играю. Вернулись. Я взлечу, но я засейвлюсь. Заберу крылья. Ну что, блин? Ставлю под босс. Там луч вон есть. Ромбик. Поставил крылья. Вот, сразу диспел видно по всему рейду, почти прошел. Тайфун. Хороший. Я уже без маны. Собаку вызывай. Заливай. За... Блять, в бурю забирай. Только, что вы делаете, совы? Десять человек с дебаком. Вот. Кто там? Локи поймал. Все, вы что, не видите стаки? Че вы такие жадные, блин? Короче, там стаки. Стаки же, блядь, дамажат по вам больше. Да они вам не понимают. Вам нельзя больше 10 стаков ловить, нахуя вы ловите? Короче, все круто, но я хуй знает. Вызов этой собаки это пиздец, конечно. Давайте рез. Или его надо ставить рядом с боссом, но чтобы он луч получил. Вы дебафы не видите на себе, там же дебафы, блять, возле категории показывается сколько. Локи, вот серьезно, ты не видишь дебаф? Возле категории показывается количество дебафов. Не можете вы, блядь, ловить больше 10, блядь, вообще никак. По вам же дамажит, блядь, в 3 раза больше. Вас хилы хуй поднимут тут на 20, на 15 даже стаках, блядь. Вы будете, блядь, как танки проседать. Их можно снять, но их можно снять только смертью. До людей только дошло то, что тут набираются стаки от чего-то. Они спрашивают, как их снять. Пиздец. Да, блядь. Так, а что ты, Локи, не видишь, куда луч идет? Каругер никто не ходил на гнев пустоты или кто-то. Надо закрыть, кстати, квест. Не, уже простой. Блядь, самый простой босс, блядь. Вообще ничего сложного нет. Блядь, столько проблем. Я не знаю, что тут может быть легче. Типа, мобов забирают, мобов сливают. Косты, блядь, всем сбивают, блядь. Вам просто необходимо дебаф на себя отслеживать, чтобы больше... Скажи, зачем ты тратишь время на этого босса? Мне очень сложно отслеживать мобов, чтобы увидеть каст, когда нужно отвернуться. Мне вот очень сложно это сделать. Кого вы слышите? Понимаешь? Идешь... Блять, не отворачиваешься, ловишь дезориентацию, блять, отворачиваешься, они сбивают. Хуй понимаешь. А потому что она хрен пойми от кого прилетит вообще. Дезориентация что? От жреца. Она да, только от одного, от жреца летит. Просто непонятно, как-то сбивают, блять, я не могу понять. Ну, как, просто не у всех аддон, наверное, стоит. Когда моба выбираешь таргет, там есть полосочка такая над ним кастуется, и называется каст, и иконка такая еще каста, желтая такая, кругляшок такой. А сколько тайфун вообще откатывает? Минуту. Я просто я тебе говорю, когда я надеялся, что они собьют, блядь, они не сбивают. А когда отворачиваюсь, они, блядь, сбивают. Надо отворачиваться в любом случае, потому что совы — это ненадежная хуйня. Вот. Если сбили, каждый 20 секунд они могут кастовать свой тайфун. Типа, совы. Они неорганизованы, им, блядь, по никам надо говорить, чтобы они сбивали. И то хуй собьют. Через 5 секунд только сбивает. Символом 17, тем более. Да там две сми за глаза, я проверил. Да? Кислый и Гевка за глаза, а эти нет. Всё, всё. Ты чё жужика обижаешь? Бля? Да, погнали.
никто. Хоть уже первых молов сливаем уже, блять, прогресс. Да, заебись, ну, раньше, блять, первых молов снимали. Никто не дохнет, блять, уже. Спустя 5 секунд пула. Вы умрете. Бля, я так хочу этих боссов похилить. Так спекайся. А ты баблом сейвился или бопом? Он спасает боб? Хочу. Серьезно, блять. Вы умрете. Вы... Мобы. От чего спасать? Ловите мобов. Блять, стомьте его. Умрете. Враска, уйди! Провидца забрал. Спина уже спиной стоит. Вернули. Все, забирайте. Если есть возможность бить болью, можете сбить. Надеюсь, вы отвернулись. Кстати, вы будете раньше намного выше. С пойдем. Че, провиться под босса? Да, да, да. Надо только бурю обязательно. Ничего, босс идет. Уже 5. Давай я подержу пока. Второй. Че может? Тайфун. В луча мод. Видишь, два тайфуна. Нахуя два? Провиться, провиться сегодня. Немножко провес. Один луч, вон, идите, идите. Кто не словил стаки. Депрессия. У меня два стака, пойду плаву. Драгонса носить. Я на витраже. Спелла нет. Чё-то вообще урона нету просто. Новый луч. Опять чит, сука. Заберите провиса, чё, блять. Сила, да, скоро мобы, скоро мобы. Мобы. Вы... У меня прыгай. Забирай, тащи, лупсин слово. Вот. Вы умрете. Никитос, да хуя, походу, стаков на тебя, осторожно. Сколько? Вы... Сейчас пронял. Сложил жрец карой. Да. При том, что она мне агро. Прокиливайте, тихо. Совы! Видите, каст, блять, совы. Все жреца хуяри, ты косты ему сбивай. Диспел по рейду. Бурю сбить, блять. Нас бы 4. Ты иди подальше. Ну хули он стоит уже. У него рейндж большой, да. У него рейндж больше, чем. Должен зап большим кругом быть. Сейчас. Луч босса идет. Неужели никто перекрыть не может? А чё вы жреца-то под босса перестали стоять или чё? Вот эти. Как вы босса-то бьёте? Отдельно, что ли? Жреца бейте, добивайте жреца. Вот сбили, всё отлично. Провиться. Вести? Дайте БР, если есть, по дамагеру. На своё усмотрение. Тайфу. Смотри, 5 секунд прошло. Тайфун, дайте. Прохил диспел. Типончик, жужжин, водите луч. Пизда. Кто опять набрал больше 20? Кто набрал больше 20 стаков? Реально вы не можете стаки свои отсматривать? Ебучий случай, блять. Кто набрал сейчас? Не видели? Шипен, Эликс.
по-моему. Эликс, ты нормально? Боб спасаем, да. Ну, мне 10 стаков было. На боссе вроде 37 есть? Показываю, типа ты первый умер от силы бездны. Я не видел, кто стоял на луче, я просто смотрю. Так, скорее всего, умер. Даже если ты не набрал 20, а умираешь под этим дебафом. Это самое, тортик. У тебя, это кто, хилбот? Угу. У тебя показывают стаки, которые ловятся от луча на всех людях? Ну, не 10 стаков было. Стаки нет, но показывается игроков, на ком они есть. Можно взять в таргет и посмотреть, вот только так. Блять. Можно еще с Толмивеном совместить, и когда в таргет беру, возможно... Показывается, наверное, ну я понял. Ну, это дрочево. Надо, чтобы оно показывало себя. Так, где информация о смерти? Что, идти можно? Не понял. Я рыбу поставил. Там проблема не в миске. Может, у него агро нету. Ну, блядь. Еще... А может и правда, слушайте, кто дебафом умирает? Еще один пул и ро. Ну, на мне было 10 стаков. Так что, не знаю, может, кто-то еще до этого набрал. А я умер рядом. Короче. Вот этот дебаф, который 8к тикает. Инкани информацию смерти, посмотрим, поскольку тебе дебаф бьет. Если это может быть понять, сколько стаков было на тебе. 8000. 8000 это 10 стаков. Да, так вот я тебе говорю. Если дохнешь от ебучего дебаф, ну на луче, если ты дохнешь, мобы тоже выходят. Вот в чем прикол может быть. Я вот об этом не спросил. То есть мне вот интересно, я хочу сейчас проверить. А, так вот, смотри. Так. Леха, лагаешь. Говорю, я в танке в любом случае не сдохну, блять. Я наберу сейчас 20 стаков и посмотрю, если, блядь, меня по 20 стаками не убьет, и буду дальше стаки набираться. То есть, меня не надо будет хилить, да? Ну, то есть, мне надо будет хилить, конечно, но, блядь, типа, я не сдохну в любом случае. Там, возможно, в том прикол, что если ты под лучом умираешь, тогда только мобы появляются. Или ты умираешь со стаками, тогда мобы. Каждый игрок может по-разному набрать количество стаков, чтобы его не дамажило или сильно дамажило, потому что если вот, они перекрывают вот ту же самую метку, по ним двойной урон идет. Где кладбаум? Дайте бафы. Ладно, поехали так посмотрим, я сейчас увижу. Ты хочешь 20 набрать, вылезете из залупы это, да? Пуля. Да, погнали. Первый луч забираю я и держу его до конца. Короче, Луцин, если у тебя жрец выйдет, я его заберу с тебя. Выловите со своей стороны мобов, которые будут. Мы подводим, потом поменяемся, если что. Вы умрете. Ну как дойду до него, так и стану. Вы умрете. Он там луч применил. У меня жрец. У меня провидец. Вы... Сейчас я, короче, провидец. Ну, чук там луч кто-то перекрывает, нет? Сейчас я пойду перекрывать. Жрец звезда, ставлю спину танка. Отверну. Провидца можете меня взять. Девять стак. Следующий луч пойду. Вернусь.
забираю. А, не надо. Веди под босса пробить. 13. Бодает. Тайфун только в буре. Неправильно. Подойдите, подкиньте меня. Драгонца. Тайфун. Да, оба на 20 тест. Да, на 20. Ровно 20 стаков моба. Да? Так что тут 20 стак, все ложить. А ты умираешь, когда 20? Известно же еще до этого. Ну, Леха проверил. Кидай, дай тело, все. Он был фулл хп, 20 стаков, ему ваншоты вылезает. Да ладно, вылезает. Блядь, я почти телепортнулся, вот сука. Да? Я не... Алексей. 20 стаков ваншот, да? Угу. Стаков шотает или типа, или как? Ну я вышел, прохилил его, он дальше собрал 20. А пианист? Роник, кому второго ката надо? А информация о смерти, Леха, можешь линкануть? Информации о смерти нету урона. По 7000 стик. На 20? Да, 7000 у меня этика. У меня на 10 по 7000 идет. У меня на 8. Я не знаю, как? Завтра придешь, увольнем твою вторую кату. Уважаемые... Уважаемые маги, дайте у выхода из инста портал Делорана. Как тебя бьет по 8000 по 10? Блять, там бьет 3700, 4500. С 310, 300. Да нет, Делоран. Вот ШП говорит. Я вчера был ШПшником, у меня 10 стаков, 3700, 4, там, 552. Ну, блин, я сделаю потом специальные скрины в это, садон аппарат, или парати, как там называется. У меня показывают, что... А у тебя там пишешь? Да, у меня пишет и сколько общий урон, и сколько резистина. Дай ТП, маги, дай ТП. Долларан. Вот, Лёх, можно тебя на, сейчас. Прям, на минутку куда-нибудь, один на один? Какая-то можно, но позже. Дайте ЕП. Сейчас. Вот сейчас. Чё вы парите мозг? У тебя сломанный черный эликс. Пианист, скажи мне, зачем ты тратишь время на этот босс? Смотри, полученный урон на эликс. А у меня вообще нет воплощения веса, потому что нет, был весь что-то. Да именно вот, блядь, вот эта информация о смерти у тебя пишется, откроет. Красный светап рейда нужен. Вот, для этого босса, неважно, какой сетап рейда часть. Для Алара важен сетап рейда, допустим, да? То есть, ты понимаешь, что сейчас нету смысла троить этих двух боссов, потому что они еще завышены, их будут нерфить. А Алар стоит, и он убиваем. Бля, как нету смысла, если, блядь, банально люди падают от банальных вещей, как бы... Там ходи, девка на нем.